Всем привет! В этом видео расскажу вам о интеграции корзины прямо в виртуальное интерактивное пространство. То есть эта функция необходима магазинам. И давайте перейду сейчас в одну из локаций, да, где у нас есть интернет-магазин. Ну, бренд минеральной косметики Милайк. Вот, и тестово, да, добавили. Вот здесь вот один товар, чтобы посмотреть, как работает корзина. Итак, при нажатии, когда пользователь нажимает на иконку, либо на какой-то товар, у нас прямо здесь в всплывающем окне появилась кнопка «Добавить в корзину». То есть, ну, во-первых, есть вся полная информация по товару и кнопка «Добавить в корзину». Когда мы нажимаем «Добавить», да, то есть товар автоматически добавляется в корзину. Вот. Причем эта корзина находится прямо тут же в виртуальном интерактивном пространстве, то есть нет необходимости куда-то нырять. То есть таким образом мы можем ходить по любым пространствам, да, и снова вернуться в корзину и сделать оплату. Мы можем посмотреть детали заказа. Платежные данные здесь введены, то есть на тестах, да, это делали. И, соответственно, нажимаем «Перейти к оплате», выбираем пункт выдачи, вот там, Москва, да, указано, то есть какой-нибудь для примера. Нажимаем «Подтвердить заказ».